Это мастерская. Получается, вот тут все его инструменты. Они все тут. Так. Там они разговаривают, философствуют, непонятно о чем. Вот у меня жена, как бы, че ты эти ремих, че ты ходишь его, че ты его не сделаешь 10 штук за день, да? Чувствуешь, вот где-то место жестче, да, вот его просто помять побольше, чтобы реально получилась вещь, как бы, сделанная руками, да, не просто нарезанная кожа полоски. Это вы на заказ делаете? Да. А как заказывают? Вот узор показывают, выбирают или разные вы сами заказчики придумываете? А этот узор будет черным, вот так, как сейчас, да? Да. Ну, сейчас в нем еще один эффект проявится чуть-чуть позже. Ну, это еще процентов 10 осталось. Вчера это все было. А что занимает 95%? Вырезать его? Пряжка. Вот. Это она полностью, да, изготовлена. В смысле, внутри выкованная металлическая пряжка, потом сверху обшита кожей. Вырезать, покрасить. Это изначально светлая кожа и не очень выразительная. Покрасить, потом ремень надо хорошо промять, чтобы он все-таки не был дубовым, чтобы он пружинил. Полоска вот есть тоже. А воском весь ремень полируют? Или только вот эту скобку? Весь. Ну, воск как водоотталкивающий, раз воск, чтобы он все-таки не сырел особо. Ну и плюс некий блеск просто для полировки. Просто лак, он дает совсем другой эффект. Если покрыть лаком, он жесткий становится.